Эксперты и священники на одном форуме в Нижегородском институте развития и образования прошли традиционные рождественские чтения, где городецкая епархия поделилась своим миссионерским опытом. Репортаж наших коллег. Песня Андрея Сапунова «Про звон над Россией» звучит на рождественских чтениях в Нижегородском институте развития образования. Этот форум давно отошел от привычного формата научных конференций. Сегодняшняя работа посвящена теме воспитания россиян на традиционных духовно-нравственных ценностях, как основной идее миссионерского служения городецкой епархии. И Христос говорит: «Нет выше того, кто душу свою, а душа переводится на наш язык жизнь, кто душу свою положит за други свои». С докладом выступает правящий архиерей, епископ Городецкий и Ветлужский Августин. Владыка рассказывает об основных проектах епархии, православном образовательном центре, сотрудничестве благочиний со школами. Именно на миссионерской деятельности сосредоточены усилия городца. Я сегодня был и участником, я сегодня был и зрителем. И вот я как зритель сегодня вот просто счастлив за тех людей, кто волею Божией, надеемся, вошел в наши проекты, в наши программы, и который сегодня творит вот эту деятельность свою, творческую деятельность на территории наших 13 районов, в нашей славной Нижегородской земле. 2016 год подходит к концу. Самое время подвести итоги и определиться с планами на будущее. У городецкой епархии впереди еще много идей.